Человек ортопед находится на выставке художника по имени Мухтия. Это человек, который живет в провинции. Рисует в основном с помощью пастели различные буддийские сюжеты, натюрморты и восточные мотивы. Рассказывает, это очень интересная личность, очень таинственная. О нем почти ничего не известно, как у строителя выставки. Хотя все желающие, которые дальше могут посмотреть маленькое видео, где кто кинул лайк о себе. А само имя Бахтияра, оно восточное. Мне неизвестно, исполнили для автора слав, но восточные мотивы, такие как горы, там всякие арыки, скот, аксакалы с прекрасными восточными, да, барышнями, это у него есть. Таким образом, мы снова окунулись в атмосферу Востока. Но не совсем древнего, а такого советского, но можно зайти, так как он на середине мне напоминает, да? Возможно, Бахтияров есть такой, как два на середине, только в наше время. Это очень символическая картина. Эти три коня напоминают алхимию. Черная, белая, красная стадия, да, алхимическое делание делается с узкиками. А Бахтияров выяснилось, что мужчина любит лошадей, других животных. Мотив коня, в том числе известного нам по классике русской культуры красного коня. А вот эта работа такая японская, по стилистике. Ну и здесь есть прекрасные люди, которые приходят. И в конце концов такие более мелкие работы, очень маленькие, очень такие осваженные. Там немного детские, но что-то у них есть только определенное, интересное. И, кажется, вот просто веселая ваша нога.